Спасибо. Я не могу пройти Майнкрафт! Сегодня будем проходить спидран, то есть сделать уже финальный момент в Майнкрафте, да. Дракон будет сегодня уничтожен, попущен боссом. Все три босса в Майнкрафте будут уничтожены, то есть я их забью, по сути, киркой свои алмазные. Так, на чем мы с вами остановились? На добыче золота. Продолжим добывать золото, да. Твои трансляции поднимают настроение. С новым тебя 4 года, с днем Ивана Купалы. А, тебе тоже. Спасибо. Что? Это что за этот пидас украл и ничего не дал взамен? А давай, давай. Мразь, убью сейчас. Почему ничего не дал мне? Отдай, мразь. Сука мелкая, мразь! Эту мать. Иди нахуй, сука. Слишком через сюда. Сюда, иди, гном. Сюда, гном. Слишком. Сука. Слишком через я сейчас думаю, в лапу скину. Иди сюда, дай сюда там. Сейчас, опа. До свидания, долб***. Куда пойти-то? Где, вероятнее всего, замок? Где он может быть? Дед, да. Привет. Привет. Сегодня вот помыл посуду, а у тебя как дела? Понял. А, пошел нахуй. Как дела у тебя? Ам-ням-ням. Куплю себе камеру, буду снимать блоги. Ам-ням-ням. Иди посуду помой, чушка старая. Привет. Попроси Саню из Барнаула выздоравливать. А то она смотрит твои стримы постоянно. Я за нее переживаю. Дедушка, нахрена тебе Сону А7-4, если можно взять А7-S3? Да знаешь, какой там автофокус? Привет, дед. Привет, Кипена. Точка Пена. Скажи, деда, тебя обижает только честно. Да, помоги. Заткнись. Дай косарь. Заткнись. Кушать нечего. По-моему, замок, да? Нет? Какой замок, сука? Это я тут был. Иди нахуй, дорогой друг, я не хочу с тобой сражаться, ты мне не нравишься. Просто все. Блять! Твою мать! Внимание, температура 39. Набери ПНЗ. Смотрим вместе тебя периодически. Посуду помыл. Посуду помыл. Посуду помыл. Трич, фиксируй слабость, трич, фиксируй слабость, трич, фиксируй слабость. Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму. Поэтому ссылочку я оставлю снизу. Так же, как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Хорошо было, мне понравилось, я поскакала. Можем поменять название стрима, мне 33-го года, и я бачу на деньги слабо. Прохожу мини-крафт, финала не будет еще месяц, можно поменять, сколько денег надо. Ля, петух? Это что, у него корыто?
Ля, петух бронированный? Привет, пожилое чудище. А, на петухе ходит чувак. По номеру плюс 791-1964. Боже, как спокойно и тихо. Просто классно. Знаешь, такое чувство, как будто ты отдыхаешь. Закрой рот. Я хочу в Roblox поиграть. Кстати, я помню, где-то здесь недалеко был замок. По-моему, вот это, да, тут где-то замок. Пожалуйста, потише, да. Привет. Не ты обсуждаем, начинал проходить Майнкрафт. О, прикольно. А ты в курсе, что эту игру даже обезьяна прошла? Кстати, а ты в корсете сидишь, играешь? Не жарко? Да, в корсете. Кстати, сижу, в твоем, дебил! На, суммарно. Жена время, болеет. Брат, я помню. Набери прекрасно. Номер 891-03177. Пневмония. Темпа 39. Тебя знаю. Ну, я писал. Я помню, братишка, ты что думаешь, я глухой? Или у меня духа зашло? А другая, сука, вылетела? Я знаю, что ты просил меня! Просто я не понял! Ты что, не понял? Ну, сказал, подожди! Дурак! Знаешь, такой канал Twitch TV? Не знаю, там канал пи***ца, волка, соси хуёба. Летний человек падает в ешу, умирает и теряет все. Рекомендую подписаться. С днем рождения, КСТА. Люблю тебя. Спасибо. Сколько? Блять! Когда звоночки будут доступны? Зая! Зай! Зай! Там какой-то мамонт пришел. Десятку кинул. Еще до этого кота кинул. Мамонт! Сейчас еще и кирка сломаться может. Ух ты, смотри! Иди нах, сука! Бля, мне бивень ебать, сука! Мама, мне ебать бивень! Мне сейчас убьет бивень! Бивень, иди нах! Вон замок, по-моему! Вон замок, ребята! Вон тропа замка! Я не могу пройти Майнкрафт! Меня в аду убил бивень! Хочешь, я пукну? Нет, не надо. Не особо. Не хочу. Не надо. Мои лучи поддержки тебе, дедушка. Все получится. Мы в тебя верим. Дорогой. Самый лучший стример. Есть такое. Спасибо, дружище. Все, ладно, давайте сейчас быстренько, ну реально, нормально поиграем. Вы все это время меня отвлекали. Сейчас, я думаю, уже хейтеры успокоились. Сейчас нормально можно. Вот и подарил Денетера. Могилку ему в Майнкрафте вырыл. Теперь Валера. Это не могилка, это почетная доска почетных граждан. Памятники. Ну, в смысле, живым. Памятник. Уважаемых и великих людей. Охуенно, кстати, прикольно получается. Нового года не будет. Ой, Дед Мороз принял ислам. Альхамдулиллах. Портал-то открыли, надо портал закрывать теперь. У меня сейчас прическа, знаешь, какая? Ты просто бы одурел. Новая фотка пены, кстати, 25 тысяч. Новая, с новой прически сегодняшняя. Просто глаза повылазивают. От такой красоты неописуемой, небесной. Сколько ты будешь играть в эту игру, в эту детскую игру, старый лысый посудомойщик? Спросил, кого непонятно, но я отвечу, как будто бы мне вопрос. К примеру. Объясняю.
Значит, я в эту игру играю так, как я хочу. То есть я ее играю на прохождение. Во-первых. Во-вторых, если бы не хейтер, я бы ее прошел бы уже, в принципе, раньше, чем начал. То есть, по сути, я бы ее не начал. Это во-первых. Во-вторых, я бы ее прошел бы быстрее, если бы не хейт-донат. То есть донат останавливает человека, ну, идти вперед. То есть они мне остановку осуществили. Да, да, да. Лечебная сигарета без никотина. Мы видели пачку на фото с лысым Калинкой и самыми близкими. Где все твои алмазы? Что случилось? Алмазы у меня в руке, алмазная кирка. Кто? Кто чего упал? А, экран упался. Что там? Кто что упал? У вас что, экран упался, чел? Я хз, я не видел. Мы все видели, тварь, что ты там накрутил в настройках. Что я накрутил? Что? Ты что, дебил? Ничего не накручивал. Мама! Пацаны идут. Мама, пацаны идут. Блять. Твою мать, блять! Боль, сука! Разочарование! Сука! Меня убили крипы! Боже мой! Что ты творишь со мной? Родной! Он даже на мирной сложности. Это не мирная, это сложная. Зря ты умер. Теперь я понял, почему вы реже стали играть с батей. График не совпадает, да? Когда батя свободен, ты посуду моешь. Когда ты свободен, батя кота моет. Забавно. Ну идешь ты нахуй. Вон он весь мой лут. Как же он далеко-то от меня. Боже мой. Как туда спуститься мне? Как сделать так, чтобы человек спустился туда и не умер? Я вижу лут, но не могу его поднять. Как же мне обидно на это смотреть, понимаете? Об воду, точно. Точно, в воду. Водопадом, водопадала, подала, дамба, мама плакала. Да высоко, высокогорье! А лут где? Извини, вопрос можно? Да. Лут где? Был там. Лут исчез. Сант собака, амперсант собака, решетка, амперсант, решетка, амперсант, решетка, амперсант, решетка, амперсант, решетка, амперсант, решетка, амперсант, собака, 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 амперсант, чтобы забрать вещи, собака, амперсант, собака. Нет, если да! Амперсант, собака, амперсант. Почему я просто не могу, сука, взять, открыть творческий режим? Забрать то, что мне надо, типа, допустим, алмазов, там, штук 50, и по мелочи, и все, идти дальше, миссии проходить, то есть по сюжету дракона убивать. Почему вы это запрещаете мне делать? Мы же договорились, я пройду Майнкрафт, с вас 100 тысяч, правильно? Вот правильно. Я же играю, вы же пообещали 100 тысяч за прохождение? Мы договорились. А вы сказали, можно включать творческий режим один раз. Почему я не могу воспользоваться помощью зала? Вопрос. Забой. Интересно смотреть одну и ту же гифку 3 часа. Как эта лысая, глупая женщина делает потуги, чтобы потуги пройти. Потуги делаешь обезьяна. Ты, падла! Анекдот. В семье каннибалов умер отец, но все так же остался кормильцем. Да, дед, ну ты слабость нежная. Не можешь пройти детскую игру. Передай привет моей любимой девушке Алине Медведевой. Я ее очень люблю. Алине Мамедовой? Спасибо. Ты ее люби, люби, а я буду ее по***вать. Я хочу пройти Майнкрафт. Мне очень нравятся кубики. Все, хейтеры, пока. Я сказал. Чел сказал, чел сделал. Это мой второй дом.
Дед, в этот домик маленький в пещере. Складывай лут. Сделай сундуки. Я так и особенно делаю. Важный лут. Так даже при смерти стоящая не пропадет и будет припаркована там. Я так и делаю, дружище. У меня концепция заложена. Я сделал второй дом резервный. Вот он. Называется Жмакс. Ублюдина. Бегом меняй сложность. Или это будет очередное женское прохождение на твоем счету. Тьфу тебе на лысину и пошли пать. Ты себя дискредитировал. Фактически признал свою женскую слабость. Предал не платить ему 100к, даже если он когда-то пройдет майн. Я его на изи пройду. Подаврись, я пройду его, все. Вообще изи. Я не вижу ничего сложного пройти Майнкрафт. Вообще изи, я сижу, играю, прохожу его. Все. Типа я чувствую, что эта игра у меня, ну вообще изи для меня. Япончо! 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 Привет, деда. Удачи тебе в прохождении. Может, на этот раз все не потеряешь. Знаешь, почему-то, когда увидел в названии твоего стрима слово «финал», меня пробило на дикий смех. Добрый вечер, старый. Передай привет моей любимой девушке Егору П.Е. Это пизда, блядь. Какая тварь, а? Быстро. Первое правило Майнкрафта. Не копай под себя, собака. А я не собака, я просто копал под себя. Найти бы, где я копал. Вот здесь я копал. Есть, упал. Блять, как обидно получилось-то. Ну, действительно, очень. Сейчас, ребят, сейчас. Вы ничего не видели? Сейчас я быстренько подберу лут. Епанча. Ой, опять блядь. Умер. Сейчас. Твою мать, попьёт. Какое сейчас, коварное сейчас, место, епанча. Сука! Я тебя, конечно, люблю. Но скажу честно, защищать тебя с каждой минутой становится все сложнее. Не надо защищать. Я сильный. Мы и так видим, что ты на изи проходим. Только изи тут – это сложность, которую ты поменял как девка. Попуск. Женщина – тюфяк. А, я женщина. Каждый твой поток – это антисоветы по прохождению. Удачи со своим спитом. А, твоя мать знает, как я играю. Почему она мне лаг не ставит? Зачем падать и ломать ноги? Я не понимаю, в чем прикол. Можно же просто, блядь, падать аккуратно. Привет. Вижу, ты начал проходить Майнкрафт. Только не понимаю, почему в названии стрима написано «финал». Мне это просто для прикола. Но в любом случае, удачи. Спасибо. Упал. Чем быстрее падаешь, тем быстрее поднимаешься. Вопрос. Женская поносная баба. Если долго будешь в воде, ты утонешь. Индикатор пузырьков в нижнем экране. А лут где? Ставя легкий уровень сложности, будет сложнее добраться до дракона. На мирном играет только девушки, Дениски и Валерки. Неужели лут исчез? По-моему, лут исчез. Я не знаю, просто он реально исчез. Эй, мужики, давайте не будем. Просто отстанем от меня потихоньку и все. Дед, возьми глаз Эндера и пульни вниз с пещеры или в воду вылей туда, по водопаду спустись. Как же неприятно, стреляют они по мне. Хочется просто забуриться в дырку и не вылазить.
Допустим, вот какая-то дырка есть. Сейчас объясню. В игре есть урон от падения. Нужно не падать с высоты, чел. А ты упал, я тебя не подниму. Все, малыш, мы все поняли. Да и так было понятно. Врубай творческий режим. Ты уже подтвердил свою женственную натуру. А, Варден. Варден, я его сейчас убью. Я убью Вардена. Чел, я убью Вардена. Я это сделаю. Человек будет умирать. Когда у меня родится дочка, осталось пару месяцев. Я первым делом, как она выглядит из дырки, я ей дам руки Майнкрафт. Ну ты не переживай. Моя бабушка тоже долго не могла пройти эту сложную игру. Она очень мудрая женщина. Хоть и не лысая, как ты? Дед, когда философия, а то я набухался. Привет, кстати. Привет, привет. Ну, слушай, тогда начну. Сейчас, наверное. Чем больше тебе лет, тем ты взрослее. Школьники осы. Не нужно его убивать, дед. Ты с ним можешь наторговать очень годные шмотки. Дед, у тебя все получится. Давай, главное, ты убей крикунов. Он из-за них злится. А крикуны это что? Чё он делает? Блядь, пацаки, чё-то как-то мне не верим, что он добрый. Алмазы в руки брать надо было. Типа алмазы в руку надо было брать и подходить к нему или что? Прийти алмазы взять свои? Ну типа на обмен или что? Не пойму, что рофлите дауны или что? Вы специально меня убили? Школьники опять развели лоха. Ничего удивительного. Ну вы конченые. Сука, вы знаете, как сложно я даже доходил сюда. Сколько мне сил пришло, ну надо было сил приложить, чтобы, ну, сделать это. Идиоты, сука. Сейчас попробую, если я не подберу то, что уронил. Даже жалко стало. В общем, объясняю. Это самый сильный моб в игре. Он вылазит из земли, если крикун несколько раз зарит. У него хп больше, чем у дракона. Убивает тебя почти гарантированно. Охраняет лут. Хранитель. Какой лут? Иногда Варден. Английский Варден. Это торговый моб, который распознает игрока и других мобов с помощью алмазов и своего обоняния. В смысле, так ему надо алмаз в руке было держать? Я в том. Дедушка родной, сильный. Да. Надо было алмазы в руке держать и убить крикуна. Все. Потом с ним торгуй спок. Я в том, чувак, я в том. Я в том. Вот он. Ой, блядь. Он боится меня. Чё, чё ты стоишь? Дед, вместо того, чтобы слушать советы, чек не просто сам. Вопрос пару минут же https://miniaturaf.wikipedia.ru/Warden. Ничем он не торгует. Враждебный моб. Сильный причем. Вот, эффект тьма он накладывает. Так, все записано оружием дальнего боя. Подойдут даже снежинки. Ага. То есть надо его убить. С него алмазы выпадают. Он, у него сердце алмазное. Да. Я его, ну, замочу.
Иногда в темных глубинах можно встретить уникальный данж, древний город. Внутри есть большое количество сундуков и варден. Я рядом. Пацики! Я походу рядом. Как найти биом? Это небольшой подземный город. Там сундуки с лутом и куча крикунов. Чтобы они не орали, нужно ходить на шифте. Ничего не ломать и не кидать. У вардена в несколько раз больше хп, чем у дракона. Финал в названии. В реальности заходит на какой-то сайт, чтобы посмотреть, как не тупить в игре для одного летних пупертатов. Мда, не это позор. Подожди, девочка. Дракон там ржет в голосину с его затупов. Говорят, если козерог взять... Козерогом привлекать, типа, вардена. Он, типа, будет пугаться и, ну, убегать. Ой. Так. Ой. Ой. Ой-ой. Ух ты, я нашел его, кстати. Я нашел, по-моему, что-то подобное на подземный город. Сука, я забыл про него отгонять на дорогам. Походу, он не боится. Он идет за мной. Мама! Бля, мама! Мама, сестрой меня! Исследовал мир и умер.